Приветствую всех, дорогие друзья! Уверен, что внимательная часть аудитории хорошо помнит первый месяц после вайпа. Насколько много было курьезных и, откровенно говоря, лишних смертей. Когда я умирал от гранат через стенку, которые почему-то меня доставали. Боеприпасы соперников каким-то макаром пробивали топовую броню. Хотя не должны были. И много очень разных и странных смертей. В связи с чем на стримах предлагали собирать такое в отдельные нарезки и время от времени заливать. Я достаточно скептически отношусь к подобному формату, но если вам понравится, в будущем буду это делать. Но только если ваша активность под видосиком будет больше, чем обычно. Ведь за некоторые смерти, какими веселыми они не были, мне действительно стыдно. А нет, вон они. Что долго. Коряво. И я умер. И у него тоже патроны кончились. Ты чё по своим-то стреляешь? Патронов нигде! Что за бред происходит? У него все разряженное. 113 выстрелов, 19 попаданий. У меня был лучший стрелок во всей армии, а теперь у меня ты. Редко осечки, да, Никит Васильевич? Не стыдно? Не стыдно. Бурмана убили. Патроны! Как глупо. Кыш. Ты меня не можешь видеть, я расплываюсь в твоих глазах. Не показалось ли это? Ага, ствола там уже нет. Украли, украли! Воровать плохо! То, что тебя мама этому не научила, как бы это тоже плохо. Ты думаешь, он бежал, подскользнулся, умер, что ли? Наглый. И жадный. До чужого добра. Стараюсь шуметь как можно тише. Нога, сумка. Блин, зачем? Чё? Ясно, интересно.
Ну, по-моему, неплохой рейд. Какая-то вообще херня. Тут 4 ЧВК. Это за херня. Не понял. Вон он, а где он был? Или я его не увидел, и он там был? Или там не было никого, он беззвучно вышел и убил в голову? В смысле? А где мой урон? Он вскрикнул от того, что я по нему попал. Ну-ка еще раз. Ну а что за херня? Давайте хотфикс. Ну слава богу, один фраг есть. Бра! Я тебе говорю, это какая-то херня. Походу сильно. Понял, что там одного убили, но я не понял, убили ли эти ребята в ответ. Да чего вы так плохо умираете? Лутация лег. С фоном сливаются. А это думаю, что он не умирает. А он вон какой. Металл. Двое. Да почему? И это все. Надеюсь, закончив просмотр видосика, не все зрители решат отписаться. Херня!